И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. И по этому счету, я думаю, вы, по крайней мере, догадываетесь. Хотя, камон, вы же догадываетесь. Название-то есть? Есть. Поэтому мы идем сегодня за жнецом. Да. Посмотрел, как томится вообще просто изи томится. И почему я раньше думал, что ты там типа сдыхаешь? Не, у тебя остается один хп и все в таком духе, то есть ты никогда не сдыхаешь. Я не знаю почему. Возможно, когда-то что-то была дезинформация какая-то у меня в голове. Сейчас я хочу проверить, сколько мне там феромончиков нужно. Так, 2 феромона и 7 феромонов, то есть 9 феромонов. Значит, я правильно понял. Эти феромончики можно использовать. Отлично. Это мне пригодится. И где же это место, когда я буду прирученного детеныша жнеца вскидывать? Ну, естественно, за большими воротами. Есть маленькая комната. Собственно, сюда я и буду, то есть здесь я буду находиться, чтобы жнец сюда выпрыгнул во всему свое время, как говорится. Вот, и вот с такими большими воротами есть маленькая комнатка, но я подумал, реально, а куда? Куда? Ну, вот сюда, как раз вот двойные ворота для большого существа. Так, что в итоге мне нужно? В итоге мне нужно нанести урон королеве, не кислый так урон, то есть довести ее до, назовем так, критичного состояния, после чего она станет розовой и, соответственно, так, давай хпшечку. Вот, после чего она станет розовой, и я, то есть, смогу к ней подойти, она жахнет по мне. Давай сделаем так вот. Она жахнет по мне хвостом, и после некой анимации все будет, как говорится, хорошо. Самое главное в этот момент не сдохнуть. Так, где у меня женетик? Женетик у меня там. Оставил телепорт на месте, где я видел женетика большого левла. Большого левла. Ну, почти угадал. Маленькая, наверное. Да. 64 левел. Ни о чем, но, блин, честно, я так понял, они, по ходу дела, все-таки диспавнятся. К примеру, та 116-я, ее просто-напросто нету. Поэтому я сейчас еще поищу. Есть еще 64-й у нас есть на, так сказать, на заметке, вот. И, если что, уже с ней будем играть. 20-й левел. Конечно, можно поубивать. Кстати, мне еще нужно это... яд жнеца подбывать, но это уже потом. То есть, это в целом, то есть не сейчас можно этим заниматься. Так, стоп. Свет, отлично. О, добрый вечер. В целом, конечно, да, можно этим не сейчас заниматься, потом, но... А, да, мне еще надо будет для рипера. Кстати, сорян, если есть какие-то перегрузы по звуку... Я слишком эмоциональный, и поэтому у меня микрофон стоит специально далеко для этого дела, потому что я очень эмоциональный и очень громкий. И это не только на видео, это в целом так, да. Вот, мне нужно будет короля риперов еще, по сути, завалить, поэтому некие определенные манипуляции мне еще придется поделать. Так, давай-ка спрячемся. Ну, давай, давай. А, да что ж такое, вот. Вот это мне надо. Жму на контур, когда не нужно. 48 левел. Вылази. Отлично.
Вот, поэтому в следующую серию пойдем уже альфа короля искать и заодно недостающий лут подлутаем. Я думаю, альфа короля будет найти намного легче, нежели найти альфа Василиска. Я вообще удивлен, что я его нашел. Начнем, пожалуй, с этого. Но повезло так повезло, что поделаешь. Так сказал, как будто бы, я не знаю, я сдох. Что поделаешь? Ну, повезло и повезло, короче, да. Вот классно, повезло, блин. Ну вот, в общем, короче, поищем, пошаримся и... Не, выключись. Вот, и уже запущусь. Так, 88 левел, это уже неплохо. Опять-таки же, напомню, максимально можно прокачать до 75 левела, то есть пока есть зародыш внутри вас. Уже неплохо, но 88 левел это не предел, я видел и больше, поэтому поищем. Главное не забыть координаты. О, нашел. Фу, 116. Классно. Так, где ты тусуешь? Здорово. Так, кстати, наверное, я там, который показывал, ошибся, сказал 88, там вроде бы 68 был. Потому что я потом встречал несколько раз, и там вроде бы 68 был. Короче, не суть важна. Угу. Мне нужно зачистить территорию, это во-первых. Скажем так, не все так легко и просто. Мне нужно зачистить территорию от всего, что вы здесь видите. Потому что потом это все дело будет на меня нападать, а мне это, ну, и не нужно. Так. О, погнали сюда лучше. Здесь будет намного удобнее. Все-таки более прямая локация. Ну давай пробовать. Короче, что нужно сделать? Нужно ей нанести урона. Урон так нанести нормально, чтобы... Вот, видел же тебя, надо было сразу тебя завалить тогда еще. Так, ну урона. Я, ну, да ты серьезно? Ну тебя ж тут не было. Вот урлови, мать твою, за ногу, а. Да они тут спавнятся, что ли? Да хорош! Да. Иди сюда. Задолбаешь, блин. Так, и еще проблемка будет у меня с тем, чтобы на меня переагрить. Так, подожди, пока еще зеленая. Там что-то дофига нужно это. Блин, я сейчас всажу в тебя, и понимаешь? Или она уже это... Опачки, отхилялась. Это хорошо, что отхилялась. На то был шанс тебя чутка завалить. Слушай, я понять не могу. У неё это зеленое, там должно быть типа розового. Так, ну-ка пошли тебя отхиляем. Иди сюда. Да что ж такое? Ну иди сюда. А ты что там, застряла что ли? О, кстати, у меня левел тут точно отнулся, я же забыл. И давай навык изготовления, пригодится. Валё, блин! Мне это явно не нравится, что она застряла. Прям отвратительно, как не нравится, что она застряла. С одной стороны,
Слушай, а с другой стороны, может это и хорошо. Ну-ка давай сделаем чё. Давай, 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 давай. Только не спрячься. О! Вылезло. Так, давай, 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 подходи к ней. Она должна тебя захавать. Так. Поближе. Отлично. Да ты... Хорош. Во, отлично, захавала. Фух. Слушай, наверное, ее было бы легче в какие-нибудь ворота спрятать. Слушай, может вот эти вот зеленый дымочек это то, что нужно? Ну там вроде бы и писалось, и говорилось про розовый. Да черт тебя знает. А, блин, еще другая проблема. Так, погоди-ка. Ну-ка спрячься. А, у меня может этот Динос быть на пассиве. Ой, не на пассиве. Это может составить очень сильную проблему. Сейчас готовлюсь. Так, отлично. Все-таки реально было на нейтрале. И в этом-то проблемка была. Так, там у нас Пурлова. Пурлова это плохо. Давай попробуем куда-то вот сюда встать. Так. Потому что Пурлова на меня не согрелась. Ну-ка давай попробуем. Блин. Но то, что она на скалах тусуется, это, конечно, не очень мне нравится. Такс. Забагалась. Нет, то, что забагалось, это явно не оно. Иди сюда. Будем разбагивать сначала. Так, а давай попробуем по-другому. Не ее разбагивать. Так, стой здесь. А я сам подойду ближе. На! Отлично. Отлично. Получится, не получится. Ну а чё, ну забагалось так забагалось. Только сейчас меня трясти начнёт. Да мать твою, кусок говна, всё подоставал. Прям реально вот, я ненавижу, когда вот так игра багуется, либо еще что-то происходит. Ну ты-то что тут забыл? Так. Не проканает. Я падаю со скалы, и это неправильно. Но это разбагивать, значит. Вот же... Вот как она забагалась, это отдельная история. Свинота мелкая! Я тебе сейчас в жопу твою говно засуну, тварь тупорылая. Ненавижу вот этих мелких. Они обосрутся так, что, чтобы их подобрать, надо их говно собрать. И так всех. Пожалуй, кроме лампадога, он срет. Он больше своего говна. Ладно. Что там у Дрейка-то, кстати? О, Тарпор хоть спадать начал. Да уж. Тупость заключается еще и в том, что я уже здесь все ресурсы, которые можно были, могли мешать, залутал, но мешают эти большие кристаллы. И в этом-то беда. Не достает. Не достает. А забагалась именно на этих кристаллах. Ох.
Да. Что-то, короче, у меня пошло явно не так. Ну, а с другой стороны, а что должно было пойти так? У меня всегда что-то идет не так, и это нормально. Это очень даже нормально. Так, давай вот так сделаем. Так. Ну, раз, два, три. Не, это не канает. Это явно не то. Не-не-не-не, это явно не то. Может еще раз жахнуть? Я могу. Ну, в смысле, могу ударить и не убить. Но если что, похиляю. Я знаю как. Аккуратненько, не убей. Спасибо. Так-с. Так, погоди-ка. Давай тебя сбросим сюда. Стой здесь. О, кстати, могу прокачать. Вот опять, вот и сразу же говно скидывает. Мясо-то в тебя откуда? Ты кого-то убил, что ли? Еще плутать кого-то пытается. Ну, едешь тебя. Так. Не, ну сейчас-то уж точно должно. Или надо прям до 1000? Я просто где-то читал, что должно быть прям до 1000. Спуститься количество хп. О, кстати, вот они, розовенькие эти партиклы. Это то, что нужно. Алло, говорю, то, что нужно. Так, нет, этот убить. Эй, ой, спасибо. Так. Так. Да еб твой ж за ногу упал. Куда я упал? Ага. Сейчас, погоди. Вот тебя еще мне не хватало добиваться. Как добиться девушки, да, называется? А тут целый королевы. Мать вашу, да ёб... Это самое ужасное давление, если честно. Давай, иди сюда. Алло. Эй. Тетя. Я тебе сейчас по лехе ударю, тварь. Да не бейся это меня! Да чтоб тебя! Да в смысле, я по тебе могу бить, ты по мне не можешь, что ли? Ой, ты твой... А предупредить? Натуре. Да что ж такое-то? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Это... вызывает некое жжение в районе таза. Алло! Я с тобой разговариваю. Пошли, разберемся. Ты на кого тут буянишь, твари? Мать вашу! Как вы достали уже, мелкие ублюдки? Откуда ж вы беретесь-то? Секунду. Феромоны, блин, еще прожал. Интересно, это теперь она будет на меня реагировать или нет? Ой-ой-ой-ой-ой. Эти мелкие пиздюки. Я за них мискликнул. Ну, ё-моё, ну ты ж здесь агрилась на меня. Ну, агрилась, говорю, ты на меня здесь. Ну что, вот, что тебе сделать, чтобы ты на меня сагрилась, а? Ну я здесь! Да ты серьезно! Ну, это не самая лучшая ситуация, я бы так сказал. Не, ну радует, она все-таки на меня агрится. Пускай с опозданием. Но агрится. Ой-ой-ой-ой-ой. И она меня еще откидывает постоянно. Так куда не нужно! А еще я сам падаю туда, куда не нужно.
Ах, мать вашу, все, я устал. Так, ща хочу попробовать кое-что. Просто реально, ай, блин, это тупость, еще и сраные феромоны, мать их. Может попробуем вот сюда на кристаллы сразу же залезть, а? Но она здесь жахнет, я улечу. А, так я еще и встать на них не могу, ну замечательно, везде встать могу, а здесь не могу. Блин, это отвратительно. Это отвратительно. Первый раз вот настолько тупость, честно, вот прям вот настолько тупость, это первый раз. Давай, ублюдок, мать твою, благо хоть кирки с собой взял. Нет, ты посмотри, это просто насколько ублюдочное место нужно занять, чтобы... Вот так быть. Ну смотри, ну я просто к ней в упор стою. Ты будешь бить меня? Алло? Я с тобой разговариваю. Ты понимаешь? Я с тобой разговариваю. Алло? Чтоб тебя? Ну? Нет? Может я долго тебе буду массаж пяток делать, чтоб тебе, собака, мать твою... Ах. Немного полегче стало. Даже интересно. И что дальше? Я-то застрял. И она застряла. И щит не вечен. Но это проблема. Только так. В итоге, как я и думал, если я телепортируюсь, то она исчезнет. Так и случилось. В целом, я сюда потом пришел, то есть, когда ты тпхнулся, здесь какие-то партикулы типа остались, и типа она зарылась, но нет, по факту не было. Это тупость, то есть, находишь большой левел. То есть мало того, что еще найти тяжело, так еще находишь большой левел, и вот такая жопа случается. Честно, не знаю, вырежу я, не вырежу, что, но тварь, короче, еще та редкостная забагалась, как овца. А, столько мучений, просто ужас. Так, ищем, короче, любой левел, пошел в жопу. Ну как любой? Любой, но желательно большой. Поищем, короче, сейчас еще чуть-чуть и погнали нафиг. Я взял с собой и воротиночки, и фундаменты на такие случаи, а ты пошел в жопу. Воу! Бесит на меня. Просто до ужаса. Да уж, как говорится, что может пойти не так. Короче, выше 56 левела я так и не нашел. 48 находил, так далее. Ну, в общем, 56 левел, это мой предел. А с другой стороны, я подумал. Камон! Мне левел максимально нафиг не нужен, то есть я играю не на сервере и все в таком духе, где писькомерство, это все дела, это все, что нужно. Мне здесь любой нужен, мне сам факт того, что я притомил того, кого не томил. Все, камон, мне больше-то ничего не нужно. Значит что, любой левел пойдет, ну, любой из тех, которые большой. То есть мне не обязательно притамливать большие левела, а значит... Так, воротиночки. Стоять! Так, погоди. Да погоди ты, бляха-муха тебя! Ты чё, серьезно что ли? В жопу иди! Ах ты ж тварина! Так, не та кнопка, не та кнопка. Отлично. Пикап, отлично. Иди в жопу! Дурное создание! Так, ты тоже пролазишь, отлично. Где пролазит Дрейк, там пролазишь ты. Я понял. Так. Да чтоб тебя! А так ты пролезешь? Ой, это кто? А, ну да, я там большой сделал. Сейчас, секунду. А вот так она вообще спряталась.
Прикиньте. Просто она взяла, спряталась. Я поставил третью воротину, она просто спряталась. Алло! Лазь давай! О, вылезла. Отлично. Ну-ка. Канает? Отлично, канает. Прикинь, прикинь, канает. Пурловия, твою мать. Пурловия. Пурловия, что это означает? Это означает, что эта тварь обязательно обострёт мне всю малину. Ну, в том плане, что я сейчас спрыгиваю с седла, и эта тварь просто на меня нападает, напрыгивает и обсирает всю мне малину. Блин, чё ж я тебя раньше не заметил? Ладно, сейчас надо сначала её. Да. Ну и что у нас получается? Броня не поломанная, инвентарь загаженный, но... Включаем свет. Выносим тебе хп-ху. Сикер, пошел вон, ублюдок! Сейчас отхиляет ее еще. Ну, естественно, отхиляет. Так. Одиннадцать. Так, отлично. Что здесь? Так, на пассиве? Пассиве же? На пассиве, отлично. Воу! Так, стоп, это надо вырубить трубу. Подожди, ты еще не это. Ты еще не того. Угу. Не того. А если в так? Ага, вот, теперь того. Отлично. Так, ну здесь как-то забагалось это мне. Фигня вопрос. Так, подожди, сколько у тебя хп? 2400, отлично. Там просто, значит, надо до процентуры догнать. Да что вы меня сегодня все игнорируют, а? Ты смотри! О, тихо-тихо-тихо-тихо! Раз. О, по идее сейчас... Блин, надо было этот... Щит ставить этот. Ну вы поняли, да, кто там? Добрый вечер там. Нормас, нормас. Так, мне надо шмотки лучше поменять. А то еще одна пурлови, и мне точно шмотки все переломаются. Подожди. Ты что, отхилялась, что ли? Слышь? Я тебе сейчас отхиляюсь, тварь. Твою мать, ты как, овца конченая? Ты чё отхилялась? Ой, ёпц, туда. Ты прикинь, просто пурловию сожрала и отхилялась настолько! Ой-о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 й, как это бесит, вы бы знали. Зато теперь могу Дрейком тебе нанести урона нужное число. Так, не-не-не, погоди. Так. Дрейк, встаешь вот так. Ты защищаешь летунчика. Сейчас, секунду. Твою мать, светлячок! Светлячок! Ты понимаешь, тут пролетал светлячок! Я его хотел же убить заранее! Так, погоди! Погоди! Я придумал! Сейчас что сделаю! Тихо!
Твою ты, ублюдок, пошел вон! Отсюда! Козел! Я это... Да чтоб я еще жнеца томил хоть раз в жизни! Да пошли вы в жопу все! Конченые! Уйди, тварь! Ты опять? Отлично! Так, надо было воротинки взять. Так, нет, не то. Так, делаем так. 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 И вот так. Для чего? Это просто будет стена. Для того, чтобы я мог в нее упереться. Иди сюда. Ах, ты ж, Опаньки. О, неожиданно, но факт. Так. Пункт номер один. Она сидит в воротах. Проблема другая. Я взял из плюсовские ворота, они сами по себе открываются. И теперь мне нужно их закрыть. То есть переключить на мануал. Ну, это полбеды. Я бы так сказал, полдела сделано. Все-таки внутри коробки. Никуда не сбежит, никуда не сбагуется. Хорошо. Это первый пункт. Переходим к следующему. Так. Воротины все не открываются. И, по сути, я сделал что-то типа того, что было у меня с Каркинесом. Ну, вы помните, да? Там он, по сути, через две вот эти воротинки, он даже близко не мог пройти. Что? То тоже очень хорошо, нифига себе, она отхилялась. Надо бы поддамажить ее. Окей. Сейчас сделаем. Ну-ка, куда ты? Да ёп. Так. Дверь. Да откройся ты уже. Так, это убрать. А, свет включить. Сейчас сделаем. Вот только что-то... Теперь она через эти ворота проходит. А, кошмар. Кошмар. Что за нафиг? Иди сюда. Пошли обратно. Пошли обратно заходить. Да, пошли обратно заходить. Эй, ну блин. Да ты серьезно? А вот она... Вот сейчас прошла. Почему до этого не проходила? Черт её знает. Да ты серьезно? Вот. Давай, заходи. Не стесняйся, будь как дома. Ну что ты в натуре, блин? Вылазишь еще зачем-то. Так, Дрейк. Дрейк, залази давай уже. Молодец. Красавчик. Вот на это я и рассчитывал. Так, мелочь, иди отсюда. Она и без тебя хиляется так не кисло. Так, что там у тебя по хп? 2000. Огонь! Так, погоди. Отлично. Там просто артоплевру убивал. Ну что, теперь Дрейка оставить здесь надо. О, сикер! Отсосикер давай отсюда. Так. Теперь... Одеваем щит. Давай вот этот щит, чтобы было видно. Так, погоди. Опачки. Не так уж хорошо и видно. Но... У меня вопрос. У тебя со здоровьем опять стало лучше. Ты что? Отлично. Тихо. Так, это отключить. Давай! Так, ты королева или кто? Ну-ка давай, бей сильнее!
Так. Я зашел в арену, мать его. Ну, если бы она сейчас уже... Я говорю... Что-то мне не нравится это. Мне опять здоровье стало дофига. Отлично. Сейчас здоровье уже лучше стало. Главное, чтобы сейчас щит не сломался. Ну! Ты ходишь по тонкому льду! Я тебя сейчас замочу! Алло! У меня щит сломается опять. Наконец-то! Только... Ты серьезно? Хотите прикол? Из-за того, что воротина стояла, он... Из-за того, что стояла воротина, анимация... погружение вот этого всего, то есть оплодотворение, не сработало. Понимаете? Не сработало из-за того, что стояли эти ворота. Так меня еще ни от одного Диноса не бомбило, я вам так скажу. Возможно, меня ждет что-то их похуже в дальнейшем про приручение титанов и так далее. Возможно. Но пока что жнецы это еще... Тот кусок дерьма. Так, ладно. Но зато я точно могу сказать, вот так нельзя томить. Забагалась анимация, иди ты в жопу. Отлично. Ну вот так вот можно здесь Дрейка своего оставить. А она будет оставаться снаружи. Ладно. Поищем еще новую. Так. Я забил, короче, на левел. Должен быть 16. Да, 16 левел. Во! Вот! Вот сейчас должна сработать анимация. Ну, отлично! Анимация сработала. Ох, только я забагался. Твою мать! Ну супер! О, разбагался, отлично. Вы не представляете, сколько времени прошло, хотя я вам скажу, 48 минут с последнего, то есть, короче, сейчас у меня 12 часов 48 минут, ну, точнее, 00:48 ночи, а было, это, а было ровно. Короче, теперь остается самое тупое. Выносить это создание. Дальше еще не сдохнуть, а я могу. Но в целом сейчас нужно просто мочить всех и вся, кого только вижу. Да пофигу, 14 так 14, 16 так 16. Вот реально уже забил на это дело. Сколько их багнутых было, ох, кошмар. Ну, просто в скалах заспавнившихся. И знаете, что самое обидное? Сам вот реально самое обидное. Не, не то, что они там баганые, не баганые. Не, не, это фигня. О, плюс 2 левла, отлично. Не, не это. Самое обидное, это то, что... Эй, а чё они у меня не отображаются? Самое обидное было все-таки то, что на видосах почему-то у всех там 3 удара, там 2 удара, а у меня 122, блин. Это самое обидное, самое противное. Ну а что поделаешь, что поделаешь? О, плюс 75 левелов. Отлично, все, мне можно идти на базу. Рейты, что с них взять? Жопу все. 75 левелов, это максимум. Пошел, сикер. Взад. Вот такие вот дела. А, вы голодные? Да. Давай, я голоден.
Да в смысле ты забагался? Ты серьезно? Ну? Ага, отлично. Вот так телепортируюсь. Ну и все, короче. Осталось мне дождаться этого прекрасного момента. До этого у меня феромонные железы, то есть под самый конец их нужно будет обязательно проюзать, то есть как таймер вот это вот будет заканчиваться, нужно будет заюзать феромоны. Что там, 3 минуты было или сколько? Ну, в общем, нужно будет их заюзать и уже ждать, когда он выпрыгнет. ХП восстановилось, рейты, что поделаешь. Вот, и... Да, опять-таки же, когда он вылезет, будет единичка ХП. Самое главное, за вот это вот время на 1x-ах там может быть и 15 часов, точно сказать не могу, но, в общем, там дофига времени может быть. Ну, как видите, опыта не слишком много нужно. В целом, за место себя ты ему опыт вкачиваешь. Ну, как бы, такие вот дела. Кстати, а что я за 125 левел? Чем-то открыл вообще? Нет, ничего не открыл. 135 мне нужен будет левел, а для этого нужно будет альфа-чей побивать. Но это уже на экстеншене. Ладно, ждем еще 7 минут и... Вперед. Господи, я спать хочу. У меня час ночи, мне завтра на работу, а я страдаю дерьмом. Наверное, завтра буду доснимать уже. Но это не точно. Хотя, что тут? Ладно. Дождемся и вперед. Кстати, как оказывается, если жрать феромонные железы, то эффект у них складывается. Это плюс, это реально плюс, то есть она не сбрасывает, а складывается. Прикольно. И по мере истечения времени пузо растет все сильнее и сильнее. Вот. И... Как в видео сказали, хребет типа тоже меняется. То вот и здесь растет, и здесь растет. Ну, изменения, по крайней мере, точно видны. Тем временем осталось 1.5 минуты. Осталось буквально чуть-чуть. И 3 часа моих мучений подойдут практически к концу. Останется только вырастить. Да. А, последние секундочки. Да. В этом, кстати, костюме намного лучше видно. Что-то как. Ну-ка. Бля! Так. Отлично. Места сразу же накидываем его. Да, опять-таки же с моими рейтами он вырастет быстро, но... Вот как-то так. Выглядит, конечно, да. Явно они вот это вот все жнеца придумывали как под эффектом фильма «Чужой». Это прям инфосотка, это прям 100%. Потому что то, как вылазит и все в таком духе, это, конечно, да. Прям это чисто «Чужой», как он есть. Остается ждать в целом до 10%, когда доходит, он начинает хавать кормушки, но, как сказал чувак, как сказал чувак с видео, эти твари любят хавать киблы разных видов. Благо сейчас есть унифицированные киблы, типа желтых, розовых и так далее, но... Раньше было еще хуже, то есть он просто мог яйцо анкилы, то есть кибл яйца анкилы попросить и так далее. Сейчас этим легче, конечно, но раньше была жопа. И вот, кстати, 91 левел, то есть у меня было 75, я апнул ему, и с этого, то есть с королевы 16 левелов, 91 левел. Пофигу пойдет, потому что уже задолбало. Конечно, это не 116, это было бы круче. 191 левел был бы, но... Камон, я же просто показываю. Мне на ним не бегать. Вот, поэтому как бы так. А тем временем, как видите, подрастает не кисло. Так, эти двери закрыты. Конечно, вот эта вот шляпа от феромонов меня бесит. И, кстати, да. То есть... Оп!
снова похудел. Дырки, конечно, нет в животе, но снова похудел, снова вот плечи, как видите, вернулись на место. Етиш, пусатиш, ты что? О! А вот теперь ты типа уже все нормально. Да, да, вот 10% и все. Так, пожать. Все. То есть вот в таком виде он уже может тусоваться и не будет пытаться убить всех и вся. Так, с поведения. Тебе надо отключить блуждание. Это понятное дело. Ну вот, и теперь уже можно вот эту клеточку убирать. Ой, не та кнопка. А, не, все правильно. Ну, ждем, ждем, пока он что-то попросит. Уже покажу вам, что он у меня попросит. В целом, конечно, у меня Рипер получается какой-то альбинос. Если посмотреть в правый верхний угол, у него белые цвета. Да, он выглядит таким желтоватый, типа зеленовато-желтоватый. Ну, камон! Мы видим прекрасно по табличке, что он белый. Чё? Киблов, конечно, у меня нету, но посмотрим, что он попросит. О, классно, просто приласкаться. Ну, хотя полтос процентов уже будет. Вот, уже неплохо. Через 8 минут еще раз посмотрим, что попросит. Ну, конечно, блин. Ой. Че у тебя со здоровьем так? Падает, падает, а не растет, все нормально. Ну, я надеялся, это будет быстрее все-таки расти. Но это не 2 часа поисков, ладно, не 2 часа, 1,5 часа было. Ой, сколько получается? 3 часа было. Ёпта! Вообще. Долго, короче, поиски. Уж 8 минут подождать можно. И, кстати, выращивать на... Когда они стоят на земле, намного круче, нежели когда на фундаментах. В фундаментах постоянно застревают, на земле не застревают. Ох, как это классно. Больше никогда на фундаментах расти не буду. Растить не буду. Выращивать, точнее, их. Да. Да уж, махина выросла не маленькая. Но осталось совсем чуть-чуть. И сейчас узнаем, что же нас ждет и что же захочет. Прогулка с вами отлично. Так. Еее. Привязанность. Еще плюс 50%. Отлично. И привязка 100%. Ну, супер. Осталось только дождаться. Это еще, наверное, минут 10 будет. Не знаю. Ну, вот такие вот, короче, дела. Ой, дожидаться я уже не буду. Точнее, заканчивать уже будем сейчас. Сам дорастет. Он красавчик. Молодец. Все просто замечательно. Устал я очень сильно. Вот такие вот были мучения. Как бы не сказать хуже. При томлении этого чуда. Честно, я вот реально, если бы я сразу же знал, что 1 хп остается, да. Почему я раньше думал, что сдыхаешь, не знаю. Вот, ну это прикольно, все-таки механика прикольная, но блин, 1 хп, да и вот эта вот вся заморочка, очень-очень тяжело. Очень тяжело вот это вот все условия соблюдать. И к тому же реально меня очень бесило то, что просто он уже щит ломает на... 12 тысяч прочности, ударяя там уже 20 раз. Ай, хоть бы хны! А зато у чуваков на видосах по 3, по 2 раза бьет, и уже все замечательно. Твою мать, это бесило, пожалуй, больше всего. Но я уже на этом с вами буду, пожалуй, прощаться. В следующей серии пойдем на поверхность искать короля Рипера. Остается еще бета Роквелл. Да, о, Альфа Роквелл, и, наверное, еще пойду на Гамма Роквелла, просто без диносов попробую пройтись так. Но для этого мне нужна будет хорошая шмотка, я надеюсь, что в следующей серии найду хорошие шмотки, металлошмотки, и уже все будет хорошо. Ну, а на этом уже все. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну и, конечно, делиться моим видео с своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра, всем пока.